проникновенная композиция о родине открыла праздничный концерт ко Дню знаний в детской школе искусств номер 2. Произведение советского композитора Евгения Птичкина «Травы луговые» ребятам подарили преподаватели отделения «Музыкальный фольклор» Татьяна Петрова и Сергей Бельдюгин. 1 сентября по традиции праздник знаний. Праздник встречи с друзьями и учителями после долгой летней разлуки. Во всех школах нашей необъятной страны в этот день начинается учебный год. Этот год особенный для нас, для нашей школы. В этом году мы отмечаем свое 30-летие. Со сцены звучали музыкальные композиции в исполнении ученицы отделения музыкальный фольклор Алисы Косицыной и образцового коллектива ансамбля народной песни «Горница». В День знаний отметили самых талантливых учащихся. Дипломы получили ученики ДШИ номер 2, чьи работы украсили выставку «Я и Саров. Мечты о будущем» в парке Зернова. Как будто и не уходили, вот буквально недавно. Отгремели последние звонки, начались каникулы, а такое чувство, как будто мы не прощались. Вот все время мы находимся в школе, живем в ней. Это на самом деле здорово. Вот несмотря на то, что каникулы закончились, кончилось лето, наступила осень, казалось бы, пора грустить, а нет, мы пришли в школу, и нам хорошо, весело, мы слышим веселые детские голоса. Мы видим, как дети с радостью бегут к своим любимым преподавателям. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.